Всем привет! Сегодня в Охотника.нет у нас отличный кейс. Это кейс из алюминия с пластиком, АБС пластиком, противоскользящим, с резиновыми прокладочками. Вот. Чем уникален этот кейс? Его длина 120, вроде ничего примечательного. Его ширина 40 сантиметров, что редкость. И, соответственно, 13,3 у нас получается его толщина. 40-сантиметровых кейсов в природе достаточно мало. Как правило, они стоят очень дорого. Поэтому такие кейсы у конкурентов вы найдете, скорее всего, за ценник в 2, то и 3 раза дороже, чем у нас. Вот. Этот кейс спецзаказ для Охотника.нет. Кейсы очень качественные, без кодового замка, но с удобными защелками. Кодовыми замками в последнее время мало кто пользуется. Вот. В этот кейс много чего поместится. Даже, я бы сказал, практически все. Любой буллпап. У нас встала проблема, что вот такой буллпап, например, как Иваникс, он в стандартные кейсы с большим прицелом, если он, например, с 56-й трубой, он просто-напросто не залезает, мало пространства. Обычно кейсы там 20-25 сантиметров, и не получается положить винтовку. А покупатель хочет кейс, чтобы сохранить свое оружие в надлежащем виде. И у нас пришел заказ, где вы можете положить любой буллпап, будь то Егерь, Иваникс, Хьюбан, любую винтовку с большим оптическим прицелом на самых высоких кольцах. И он у вас по высоте поместится. Также у вас есть по длине запас. То есть можно положить длинномерные винтовки, такие как Вайраух HW100, FX Crown, например, FX Bot, все что угодно вы можете положить в этот кейс. Вот. Также сюда спокойно войдет все комплектующие кольца. Можно сделать тут коробочки для пуль, то есть полностью кейс для готового комплекта для стрельбы. Можно положить два буллпапа, ваш и друга. Они тут отлично поместятся и будут дружить, не будут царапаться, потому что кейс отлично и плотно прижимается. Вот. Такие кейсы продаются только в Охотника.нет. Их, в принципе, у нас сейчас не так много, поэтому спешите купить.